Занятия мы с вами будем разбирать подробно эти соло композиции CY Building the Church. Итак, для начала мы с вами попробуем разобрать само вступление и основную часть тейпинга, а уж потом вторую часть соло. Итак, ну для того, чтобы это все играть, медиатор можно куда-нибудь убрать или взять в роту, то есть кому как удобнее. Итак, значит, смотрите. Для начала нужно определиться с самой конструкцией модели и как работают пальцы в правой руке. Значит, смотрите, у нас получается сама модель. Здесь мы будем играть двумя пальцами, это указательный и средний, а в правой руке тремя пальцами, указательным, средним и безымянным пальцем. Итак, значит, смотрите, давайте сначала поставим пальцы на струны и посмотрим саму модель. У нас получается задействован 10-й лад, это первым пальцем, 4-я струна, и средний палец, 1-я струна на 10-м ладу. Правая рука у нас с вами играет, получается, это вторая струна 13 лад, третья струна 12 лад с средним пальцем и указательный палец первый у нас играет пятую струну на 12 ладу. Итак, теперь что нам нужно сделать? У нас получается, что в этой руке три ноты, в этой руке две ноты. И все эти ноты чередуются, только в конце у нас получается пальцы немножечко по-другому будут играть. Смотрите, начинается первая доля у нас с безымянного пальца, поэтому когда вы будете играть, то есть начинаем именно в долю. То есть отработать именно движение, когда мы начинаем играть тэппинг. Вот. Потом, значит, смотрите, после каждой ноты, здесь мы играем каждую, все ноты подряд. То есть все нотки мы сыграли, и после каждой ноты мы добавляем левую руку. У нас получается, теперь добавляем 10-й лад. Вот. То есть получается такое некое чередование. Это мы играем с вами три раза. Получается раз, сейчас, раз, два. Вот. И на четвертую долю, то есть на четвертый раз получается, мы играем с вами только вот эти ноты. То есть вторую струну с третьей. Получается, получилась вторая, первая, третья, четвертая. И снова вторая, первая, третья, четвертая. Вот. Итого получается струны. Вторая, первая, потом третья, четвертая, пятая. Первая, вторая. Вот. И получился небольшой шаблон у вас, по которому мы сейчас это будем все играть. Далее, это мы играем с вами три раза полностью. Раз. Два. И
так три раза. На четвертый раз мы с вами заканчиваем в третий бас на первый палец. То есть получается раз, бас у нас. Вот. И здесь, здесь у нас получается доль. И дальше начинается сама тема. Как только у нас все темы прошли, все куплеты мы сделали с вами, начинается сольная партия. Сольная партия достаточно интересная, много всего такого, есть диссонансы. Сейчас мы их попробуем с вами рассмотреть. Значит, то есть преимущественно это соло играть на вот этом датчике, чтобы оно было немножечко верхастым таким, то есть звонким. То есть если мы с вами будем играть на аныковом датчике, получится вот что. И если на бриджевом, то получается... То есть яркие басы сразу же получается, ну, соло получается у нас таким конкретным. Итак, что же здесь играется? Значит, изначально мы с вами ставим руку в десятую позицию и будем играть пентатонику. То есть получается... Вот, по сути дела, это обыкновенная пентатоника. Так, извиняюсь. Итак, значит, мы играем, начинаем делать десятый лад, дергаем медиатором. Вот. Вот. И уходим с десятого лада, десятый, тринадцатый, пятнадцатый. То есть делаем такую, как вертушку. Затем приходим ударом вверх. На второй струне играем тринадцать, десять. И затем делаем подтяжку на второй струне. Получается ход. Вот, подтяжечку можно делать безымянным пальцем или мизинцем. Здесь уже как вам удобнее. То есть я делаю здесь безымянным пальцем, потому что мизинцем, если мы будем делать, то у нас получается резкий переход кисти в другую не то что в другую позицию, а в другое положение. То есть мы с вами играем как? И у нас уже безымянный палец здесь готов, вот он у нас стоит на месте. И мы его только сюда убираем. Оп, и сразу же им же... делаем подтяжку. Вот, подтянули. Вибрато здесь сделать не получится, потому что на второй струне, я имею в виду, на третьей струне мы будем делать как положено, вибрато. То есть смотрите, что получилось, за какой ход. Подтянули, потом пришли, первый палец ставим на малый бар. И здесь уже делаем вибрато, как положено. То есть получается, у нас вышел такой гитарный лик. Сделали. Теперь вторая половина его. Первый палец ставим с вами на малое баре на десятый лад. То есть получилось первая, вторая. Вторая делаем пул на десятый с тринадцатого. Здесь обратите внимание на удары, какими вы будете играть. Первую струну мы с вами играем ударом вниз. Вторую струну удар вверх. Делаем пул и снова удар вверх. Потом удар вниз на вторую струну, тринадцатый лад, мизинец. И подтяжка. Вот, и здесь уже можно сделать вибрато. Получится ход. Вот. Дальше ход очень тяжелый будет, потому что не все могут делать подтяжки на тон. А здесь полтора тона подтяжка идет. То есть вам надо... дотянуться до 13-го лада. Значит, перед подтяжкой мы играем с вами первая струна у нас идет, 10-й лад, потом вторая струна идет у нас, 13-10. И опускаем. То есть получился ход. Вот. И дальше по пентатонике спускаем. Пентатоника у нас здесь выглядит следующим образом. Когда мы приходим с вами в 12-й лад, то с 12 на 10 безымянным пальцем мы тоже делаем скольжение. Затем у нас пул в 8-й лад. И дальше одними слайдами играем. Такие движения. То есть получается... Пришли в 8-й лад, теперь с 8-го лада у нас остается звук. Делаем слайд в 12-й лад, затем снова в
восьмой и в десятый. Можно сделать в конце вибрато. Вот. Затем дальше те самые диссонансы у нас получаются. Диссонансы мы с вами будем играть на третьей и на второй струне. Если есть квакушка, то можно это сделать на квакушке. Кстати, скоро будет большой концерт 29 октября 2016 года. Хотя это видео, наверное, здесь уже будет долго-долго лежать, но тем не менее. Этой композицией мы будем открывать концерт. Будет очень интересно. Если ты живешь в Нижнем Новгороде, вы живете в Нижнем Новгороде, то приходите. Итак, значит, получается, мы играем. То есть у нас получается лады. Третья струна — это 17-й лад, вторая струна — 15-й. Получается большая секунда интервал. Потом смотрите, что мы делаем. У нас третья, вторая, третья сыграем. Вот мы сыграем там-там-пам, то есть вниз, вверх, вниз. И как только вы дернули третью струну, то вы сразу же делаете двумя пальцами скольжение, не отрывая пальцев никуда. То есть у вас получается большая секунда превращается в малую терцию. Смотрите как. То есть пальцы у нас пойдут на, получается, 19-й лад и 18-й лад. То есть все первым и вторым пальцем делаем. Смотрите. Сделали слайд и добавили вторую, третью. Получается. Вот такой ход. Теперь разберем его дальше. Значит, у нас получилось, мы с вами пришли в другую позицию. И как только вы сыграли вторую струну, переходим на третью струну и тут же ее убираем с вами на 17 лад. Смотрите, как это будет звучать. То есть своего рода получается такой, как некий форшлаг на слайде. Сюда. Как только мы вернулись с вами в исходное положение, вот, дергаем. Опять вторую струну дергаем. Здесь, кстати говоря, можно играть и пальцем. То есть очень удобная техника. То есть, в принципе, она достаточно распространенная. Вот. Как только мы отыграли здесь вторую струну, то здесь уже без всякого медиатора мы переходим с вами этот диссонанс и играем его на второй струне и на третьей. Но уже лады будут 13 и 14. Сделали слайд и опять слайдом пришли в исходное положение. И получился у нас такой ход с вами. Итак, дальше переходим на первую со второй струной. Значит, здесь мы используем с вами уже интервал, та же самая большая секунда. Большая секунда — это расстояние от одной ноты до другой равен одному тону, кто не знает теорию. Итак, здесь мы с вами играем. У нас получается, поставили пальцы первый с третьим. Можно, конечно, мизинец, но здесь лучше всего подойдет именно первый с третьим. И смотрите, вниз-вверх-вниз мы можем с вами играть. И получается вторая-первая-вторая. Вот. Потом после этого, как мы сыграли с вами вторая-первая-вторая, мы передвигаем всю конструкцию на тон. То есть, если ориентироваться будем по первому пальцу, то сначала мы стоим с вами на 15-м ладу. Сдвинулись ровно на тон. То есть первый палец переместился на 17-й. Соответственно, третий палец на 20-й. Получается. Как только переместились слайдом, доигрываем опять первая, вторая. Вот, сыграли. Затем мизинец у нас свободный, здесь палец. Мы им его ставим на первую струну, дергаем струну, делаем пул. И сразу же играем по нисходящему движению медиатора, так называемое свиповое движение. Удар вверх на вторую струну, получается, на 20-й лад. И если рычаг взять, вау-вау-вау-вау, подергаем. Раз, два, три, раз. То, четыре раза мы это с вами делаем. Но не сильно, то есть не делайте вот так. То есть это просто немножко, смешновато. То есть получается. Вот.
Дальше. У нас получается следующие подтяжки. Такой, когда слушаешь трек, небольшой самообман. Не то чтобы самообман, а как, такая иллюзия, как будто бы мы играем все на одной струне. Но на самом деле... То есть вот эти подтяжки, 6 раз мы их делаем. У нас 2 ноты. Вторая струна и третья струна. Вторая остается у нас на 15-м ладу, третья идет на 19-м ладу. И получается, опять-таки же, здесь... Здесь мы играем все подтяжки ударом вниз. Это удобно здесь будет. И подтяжку делаем на тон. Смотрите, для того, чтобы вообще, когда играете подтяжки, чтобы у вас не было грязи лишней, то здесь постарайтесь сделать так, чтобы у вас, чтобы вот такого не было. Вот это вот фальши, что нужно делать? Недавно даже мне на сайте на моем писали вопрос, как там, что-то там по пятому ладу, там что-то. В общем, смысл был такой, что как избежать грязи, когда снимаешь пальцы, потому что вот... И звук этот идет. Здесь как раз мы пользуемся правой рукой вот этим местом пальца. То есть мы ставим, оп, и подняли. То есть мы прикасаемся пальцем. Раз я прикоснулся, убрал палец, все, звука нет. Вот. Это случай, если нам не нужен диссонанс. Потому что здесь, например, здесь нам как раз этот диссонанс, он нужен. Поэтому здесь мы пальцы никуда не убираем и палец не ставим. Но в этом случае... то здесь получается как раз мы плотно используем этот палец. Итак, получается. Вот мы сыграли с вами 6 раз подтяжку, а потом идем, ставим палец на 19 лад. Делаем подтяжку на полтора тона. Здесь лучше всего поставить мизинец. И обратите внимание на то, когда вы делаете подтяжку мизинцем, то все остальные пальцы желательно тоже ставить на струны. По возможности, конечно. То есть вот мы, например, поставили. Вот просто сделал подтяжку, потянул, все пальцы стоят. Это очень удобно. Потянул, дотронулся до ноты, до этой. Вот она у меня, да? Вот я до нее достал. И теперь с этой ноты я медиатором дергаю ее и делаю обратный пребенд. Делаю пул на 15 лад и прихожу третью струну 17 и четвертую струну 15. Получается вход такой. Итак, дальше переходим. Так, здесь мы обыкновенные вертушки. То есть здесь, в принципе, ход достаточно простой. Итак, получается, сначала мы начинаем с первой струны этот ход играть. Это 8-й и 11-й лад. Получается 8-11, сыграли хаммер пул. На второй струне у нас будут уже другие лады, там 10 и 9, то же самое на третьей струне. То есть получается, вот мы сыграли. Здесь по ударам медиатора лучше, конечно, играть удар, например, вниз, и получается хаммер пул. Затем удар вверх, потом вниз, потом снова. Вот. И когда мы приходим с вами на третью струну, то получается удар вверх-вниз. То есть и так, и того у нас получился такой ход. То же самое сыграли и заканчиваем на вторую, третью струну, на третью струну. 10-9. Теперь, когда мы остановились на третьей струне, дальше продолжаем. Такой же ход играем практически, но только небольшое изменение у нас получается. Вот мы, нота у нас длится, мы ее, эту ноту, звук подхватываем. То же самое, как будто бы мы сыграли движение, только здесь уже получается на третьей струне 9-10, на второй струне 9-12. И затем заканчиваем на четвертой струне. Это получается 11-9. Итого получается. Вот мы пришли. Затем дальше
небольшой вот такой у нас идет из восьмой позиции. То есть получилось, мы играем с вами. Здесь у нас идет такая же вертушка, ну, относительно вертушка. То есть 8-10. Затем переходим на третью струну. Сыграли здесь хаммер-пул. Точнее, даже это не хаммер-пул. Желательно один лад сыграть медиатором, а потом сделать пул. То есть получается. И делаем первым пальцем с вами скольжение слайд к 10 ладу. То есть получается. Затем вторым пальцем нажимаем на третью струну на 11 лад. То есть получается. Это получается хаммер. Затем переходим на вторую струну, играем 10-13, 10 медиатором, 13 медиатором, затем делаем пул. И опять такое же скольжение делаем. Вот мы сыграли. Затем делаем отсюда опять хаммер. Вот. И переходим с вами на первую струну. Здесь играем 13-15. Сыграли опять медиатором, 13-15 медиатором, дальше сделали пул. И уходим на вторую струну, 13-11. Так, и теперь сделаем слайд в 20-й лад и сделаем вибрато. Итак, дальше следующий ход подразумевает умение играть с виповой техникой, когда мы играем. То есть такие всякие штуки. Вот. А здесь Стивай обычно играет еще со времен там Fall of God композиция. Его любимый ход это вот это. Какие-то такие всякие штучки. И здесь он тоже, в принципе, очень красивый пассаж сделал. То есть начинаем мы его играть с 8-го лада. Сам шаблон, смотрите, какой идет у нас. Начинается 4-я струна с 8-го лада, а затем 10-й лад на 3-й струне. Мы играем лесенку такую, то есть 10, 9, 8. И мизинец у нас заканчивает играть на 11-й лад. Это обычный типичный септаккорд. С такой аккордик. После того, как вы сыграли в 11-й лад с випом, все вниз-вниз-вниз, мизинец мы играем ударом вверх. То есть, смотрите, мы приходим с вами удар вверх и дальше отсюда мы играем. То есть, вот мы пришли, сделали с вами слайд в 18-й лад. Затем после этого сыграли с вами обратный свип. Абсолютно такой же шаблон, который вы играли здесь, но только в обратном порядке. Вот, мы приходим с вами лады, сейчас скажу. 18-15, потом это на первой струне, на второй 16, 17 на третьей и 15 лад на четвертой. Затем в третью струну приходим на 17 лад. Делаем с вами скольжение к третьей струне, к 12-му ладу. Затем делаем пул и подтяжку на 12-м ладу. Сделали подтяжечку на тон, вернули ее, только без возврата, то есть не так, а вот так. Поймали, опустили и потом сыграли ноту. Это будет вот так. Затем далее последний пассаж остался, точнее не предпоследний. Делаем подтяжку на второй струне на тон. Повибрировали. Опустили, сделали пул на 11-й лад. Если не вдаваться в какие-то... Хотя нет, давайте будем вдаваться. Вот тогда мы приходим с вами на третью струну. Если по-простому сыграть, то можно сыграть вот так. Это получается на третьей струне мы с вами играем. С 12-го лада делаем удар на 12-й лад. Делаем пул на 10-й. Потом переходим на 4-ю струну. 13-й лад.
И снова 10-й лад на третьей струне. 10-12 хаммер. И 10-й лад, 4-я струна. Это если по-простому. Если добавить небольшой нюанс, потому что весь Стив Вай состоит только из нюансов, если играть его просто, получится такое не по-стивайски, так скажем. Значит, смотрите, в чем смысл. Когда вы приходите на третью струну, здесь получается как бы микробенд с возвратом. И потом пул. В этом и весь Стив Вай и есть. То есть, потому что здесь можно играть, например, скажем, какие-то фразы. Допустим. Музыка как будто бы оживает, когда мы продаем вот эти все моменты делаем не только с помощью там рычага машинки, но с помощью еще и каких-то дополнительных слайдов или скольжений, или вибрато, например, что мы звук сыграем с вами вот так, что так, что, например, так, или так, или так. Характер звуков разный, поэтому здесь нужно это тоже учитывать и учиться именно добиваться настроения какого-то от гитары. Итак, значит, вот мы с вами сыграли. Затем, как только мы с вами сыграли вот этот нюанс, сделали пул на 10 лад. И дальше то же самое, как в простом варианте. Затем, здесь лучше всего... Именно в этот момент я, когда играю, исполняю эту композицию, я переключаюсь отсюда, сюда, наверх. Это дает немножко такой более круглый звук далее, потому что дальше будет у нас вот эта вся часть, и она, мне ее больше нравится играть именно на этом датчике. Здесь уже вы сами смотрите, как вам удобней, но я поиграл и так, и так, и сяк, то есть и мне ближе именно этот звук, поэтому сами смотрите. Так, значит, мы с вами приходим сюда. Дальше начинается полностью легатная техника. Легатная техника, в принципе, здесь, если вы владеете ей, то пассаж покажется вам очень простым по сравнению с тем, что вы сейчас играли. И идет он по гамме. Достаточно просто запомнить все в пальцах. То есть получается, вот мы с вами сыграли. Так, значит, смотрите, давайте разбирать его теперь. С 10-го лада у нас получается 10, 12, 13. То же самое на третьей струне. Уже здесь один удар на струне мы играем. Затем на третьей струне мы играем то же самое. И переходим на вторую струну. Точнее, да, на третью струну перешли. Затем играем секвенцию, получается. Те ребята, кто занимается у меня в скайпе, они знают, что такое секвенция, и для них это будет очень просто. Кстати говоря, записывайтесь на уроки в скайпе, будем заниматься, будем развиваться, будем строить материал и добиваться целей. Затем играем это все от 12-го лада теперь, но уже 12, 13, 14, 15, то же самое на третьей струне. И дальше переходим с вами на вторую струну. Играем здесь, ход у нас идет по гамме. То есть получается 11, 13, 15. И то же самое на первой струне. Вот. Теперь все дальше у нас сплошная секвенция. То есть мы сыграли ход. Ой-ой-ой. Итак, значит, мы приходим сами. Дальше у нас идет ход на второй струне. Только вторая с первой струной теперь. Это получается 13, 15, 16. Теперь с 15-го лада. 15, 16, 18. То же самое на первой струне. Дальше переходим на вторую струну. Это последний ход. 16, 18, 19, 20. Вот мы сыграли. Теперь на первой струне у нас такие моменты. Вот такое место нам надо сыграть. В этот момент, когда мы играем с вами последнюю струну, медиатор надо взять куда-нибудь, там, не знаю, в рот или выкинуть его. Но если выкинем, то где-то должен быть запасной, как правило, вот здесь, например, он лежит.
ну, обычно, я не знаю, я не пользуюсь этим, то есть всегда играю одним медиатором, не знаю, хорошо это или плохо, но, не знаю, медиаторов их и так хватает мне на 2-3 недели, а если их постоянно еще и выкидывать в зал, то, как бы, так, значит, смотрите, вот мы с вами сыграли. Теперь, после того, как мы сделали легатно вот эти все моменты, сыграли от 18 лада. Теперь медиатором касаемся, делаем пребенд. Теперь получается 16-18. И мизинец ставим с вами на 20 лад. Но, обращаю ваше внимание, я уже говорил где-то в начале урока, когда мы делаем подтяжку мизинцем, то другие пальцы нам лучше тоже точно так же ставить на струны, для того, чтобы подтяжка была нормальной. Иначе у вас получится... будет какая-то грязь. Поэтому мы поставимся... И первым пальцем, смотри, что я делаю. Для того, чтобы не было никакой грязи, я держу просто ненужные мне струны. Вот, я подержал медиатор свою в рот, и дальше начинается у нас с вами тэппинговая часть. Итак, тэппинг. После того, как мы с вами это сыграли, мы медиатор убрали сюда. Здесь мы с вами ставим сразу же... Я пока медиатор уберу, мне не нужен. Здесь мы с вами сразу же ставим руку сюда и ждем, считаем долю. То есть вот мы сыграли. То есть у нас уже рука идет. Вот рука это уже сюда, свободно. И уже раз мы аккуратно перехватываем гриф, вот для того, чтобы всю грязь убрать. Потому что если вы сделаете вот так, то будет открыты струны. И этого достаточно плохо будет и некрасиво. Итак, наш руку сыграли. Оп, перехватили, настроились и играем. Вначале ничего сложного нет, но если вы уже первую фразу сыграли, то для вас не составит труда ее повторить. Все, фраза закончилась. Теперь здесь я буду, не буду объяснять, как мы играем направление пальцев, а буду показывать только в тех местах, где направление меняется. Там, где оно не меняется, мы играем стандартное движение пальцев. Только вам нужно посмотреть самое начало тогда занятия, где тэппинг разбирается. Итак, значит, смотрите, здесь мы модель нашу сыграли. Вот. Затем далее у нас левая рука с вами. Смотрите, левую руку вам не нужно на нее смотреть. Вам надо, для того, чтобы этот тэппинг сыграть, придется гриф чувствовать. Это как, когда вы видите, когда пианист играет, они же не смотрят вообще на клавиши. Вот они играют там и все. И что они там играют? Там, ну, причем ни одной помарочки, ни одной ошибочки. То есть они уже чувствуют клавиши. То есть здесь нужно то же самое вам сделать. То есть научиться уходить, скажем, с 10 лада на 8. Оп, то есть вот мы сыграли. Оп, ушли сюда, то есть чуть-чуть двинулись. Вот это вот расстояние, когда вы сдвигаете, вы должны его уже чувствовать. Дальше. Здесь мы играем. С вами получается 15, 15, 15. Это в правой руке. То есть я буду последовательно говорить. То есть у нас всегда эти три пальца играют. Вторая, третья, пятая. Эти пальцы всегда играют. Первая, четвертая. То есть если я говорю лады для правой руки, то это обозначает... Вторая, третья, пятая, если для левой, первая, четвертая. Итак, значит, здесь мы играем все то же самое. Теперь всю конструкцию сдвигаем ровно на тон. Оп, здесь сдвинули, здесь сдвинули. Теперь, смотрите, здесь мы делаем прыжок. Оп, сделали прыжок. У нас получается здесь уже такая конструкция. Здесь левая рука 17-17, правая рука 20-19 и 18. Получается. Хотя иногда можно играть и 19-19-18. Здесь нужно уже просто посмотреть, кому как нравится. Вот. Но вообще, если честно сказать, очень сложно порой отличить там какой-то ход. Так. В оригинале там играется 20-20. Здесь, на правой руке. Поэтому лучше давайте будем играть 20-20. Никаких самодеятельностей не будем производить. Вот. Здесь момент.
разбирали. Очень тяжелый, потому что нужно будет прыгать правой рукой. Смотрите, мы здесь играем 10-10. Здесь у нас получается 19-19-15. Момент такой. Затем дальше, смотрите, нестандартный ход у нас идет. Эти два пальца играют тэппинг 13-13-13, все правильно. Здесь мы уже работаем двумя пальцами. То есть получается, только две струны пальцы играют. Это вторую и третью. То есть получилось у нас по два раза мы играем ход. Сначала вторая струна это 16, третья струна 15. Получится такой ход. Затем передвинули палец сюда, на тон, правую руку играем. Получилось 18-17. И здесь дальше играем 20-19. То есть получается. И второй раз. То есть получается ход. Вторая 17, третья 17, пятая 15. Уже сплошные цифры в голове. Дальше опять нестандартный ход идет. То есть здесь мы уже отсюда. Вы уже здесь стоите, да? У вас получается 10-10. Потом вы эту руку оп сюда перемещаете на 13 лад. Здесь вы играете, у вас стационарно остаются пальцы. Это на 20 ладу, вторая, третья струна. То есть, ну, единственное, что у нас вот эти два пальца будут переходить. То есть каждый раз. То есть мы играем по два раза. Раз, два. Теперь переходим, получается, первая струна 11, четвертая 12. Теперь 10, 10. И 8, 8. То есть получается. Следующий ход у нас идет опять стандартный. То есть левая рука у нас получается 10-10, а правая рука 13-12-11. Следующий ход тоже стандартный. Иногда, когда медленно играешь, иногда забываешь вообще, что играется. Потому что иногда пальцы сами играют, и ты уже не задумываешься порой, что играется. Когда медленно начинаешь разбирать пассажи какие-то, которые на одном дыхании, и уже раз смотришь, уже пальцы иногда разбиваются. Итак, здесь мы играем. Первая струна получается 11-12, четвертая струна, хотел сказать. Правая рука играет. Правая рука играет вторая струна 15, третья 15, пятая 13. Дальше ход стандартный опять у нас получается. Левая рука 13-13. Правая рука получается 16-15-15. Вот. Дальше ход необычный будет, потому что он уже заканчивается. Вся конструкция сдвигается на тон, но играем мы уже не полностью всю фигуру, а играем только лишь вот это окончание, то есть которое мы обычно в конце фразы играем. И потом ставим такой ход. Получается, смотрите, что вторая струна 20, первая струна 16, третья струна 20, четвертая струна 17 и пятая струна 18. Получается. И стараемся этот аккорд держать. Лучше всего будет, если вы его сыграете так, что вторую струну вы дернули, ну, в смысле тэппинг нажали, потом безымянный палец со второй струны убираем, иначе у нас вот эти пальцы не смогут ничего сыграть. Ведь получается. И дальше всю струну держим. То есть получается. И убираем. И получается, дальше у нас снова тема. Итак, это все. Записывайтесь на уроки в скайпе. Также продолжается продажа книги «Гитарные схемы для импровизации». Ее еще очень много, поэтому заходите на сайт и приобретайте ее. Не бойтесь, то есть Почта России достаточно быстро, даже за рубеж,
отправляется всем. То есть книга уже отправилась в Беларусь, в Украину, в Англию, в Нью-Йорк, в Германию, в Латвию. Сейчас уже не вспомню. Ну, естественно, в Россию. По России, в принципе, уже во многих городах, куда только она не отправлялась. Поэтому приобретайте, и там достаточно много интересной информации для размышления. И занимайтесь в первую очередь. Сейчас вы посмотрели этот урок не для того, чтобы вам развлечься как-то или там просто от скуки, а для того, чтобы позаниматься. То есть информацию постарайтесь для себя взять не в целях развлечения, как кино на вечер, а именно для того, чтобы информация в первую очередь пошла вам на пользу, иначе что это, зря что ли сидел и все вам рассказывал, объяснял. Вот. Ну и в принципе можете присылать ваши варианты мне на почту nixov@mail.ru. Я буду смотреть и могу вам даже что-то прокомментировать. Вот. Все, увидимся в скайпе. Пока.